В Зырянке по программе переселения из ветхого и аварийного жилья подходит к завершению строительство очередного 44-квартирного жилого дома. В новостройку уже в новом году будут переселены жители 7 аварийных домов. На действующей стройке побывала и моя коллега Наталья Ломанова. В этот дом, а он уже скоро будет сдан, переселятся 44 семьи из 7 аварийных домов Зырянки. В результате участия поселкового муниципалитета в программе по переселению из ветхого и аварийного жилья в самом центре поселка уже появился мини-квартал новых домов. Строительство для Зырянки – это не только желательная, но и необходимая мера. Более половины многоквартирных домов поселка являются и признаны аварийными. В 2015 году мы сдали один 44-квартирный дом. Сейчас, в 2016 году, мы сдаем второй 44-квартирный дом. Значит, программу переселения мы заканчиваем в 2017 году. В данный период в поселке Зырянка признаны еще 66 аварийных домов. Вот. И на данный период отрабатываем с независимой экспертизы еще 25 домов. Вот. И получается, у нас по аварийности поселок Зырянка имеет 81 дом, полностью ветхий и аварийный. Сейчас строительство на завершающей стадии. Идут отделочные работы, дом уже подключен к системе отопления. Готовятся технические паспорта квартир. А представители 44 семей ждут переезда и 2017 год собираются встретить уже в статусе новоселов. Наталья Ломанова, Александр Данилова, НВК Саха, Зырянка.